Итак, дорогие друзья, с вами Андрей, это Вольфенштейн. Давайте попробуем освободиться. Отпусти его, черт побери! Помочь Фергюсу. Фергюс разработал некий план побега, я должен ему помочь. На, тварь! Все, мы выпустили с него какие-то кишки. Надо вывести его из строя. Бери трубку, помоги мне. А, вон, все, вижу. Есть. Надо еще эти по... Чтоб они нас не поджарили, походу, поразбивать. Все. Тебя спасти нельзя. Сейчас рванет. Рванет в любую секунду. Иди сюда, я тебя... Погоди, что там с картой? Ой-ой, наручники. Я займусь хромоножкой, а ты открывай окно. Только спаси его. Взломай металлическую коробку рядом с окном. Спаси меня, скотина! Так, двигайте, чтобы замкнуть. Есть. Замкнул. Ну. Сваливаем. Сваливаем. Я успел свалить? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Это меня шибануло так. Черт, вот это жесть. Bethesda Softworks. Представляет. Игру. От Machine Games. Wolfenstein The New Order. Новый порядок. Ну, имеется, наверное, в виду новый мировой порядок. Сюда, человек за бортом, давай сюда, быстрее! Сердце бьется? Бьется. Срезай с него одежду. Укутаем там что-то его. И сколько уже? 9 недель? Да, пан доктор. А неизвестно, кто он? Никто не, не справлялся. Не видно из-за этих, блин, белые буквы на белом фоне. В таком случае отправим его в психбольницу. А, мне ж бошку там раскроило. Тут ничего не сделаешь, мозг поврежден. Да. Мозги прямо в смятку. Да, пан доктор. Просто в смятку. Я так долго тебя ждала. Он в сознании. Откуда ты знаешь? Верь мне, мама, я знаю. Дорогой, у твоей дочери есть сверхспособности. Это твоя дочь. Я только пожертвовал секретный ингредиент. Папа. Повторяю последний раз. Подпишите вот эти бумаги. Ясно вам? Ух ты, немцы какие-то. Что это означает? Они у меня на попечении. Это недолюди. Унтерменшн. Это мои пациенты. Штурмбанфюрер, киллер. Они больные, им нужна помощь. Бумаги в порядке. Подписаны лично генералом Тоттенкопфом. Еще вопросы будут? Подписывайте. Скоро все кончится. Усажу тебя здесь, у окна. Тут светлее. Я могу смотреть? Видите? Странное ощущение. Тело словно западня. Часто теряю сознание. Была весна, мигнула, уже лето. Мысли путаются. Растворяются, словно запах на ветру. Но постепенно становится легче. Одно знаю точно.
Я в Польше. В больнице? Нет, в сумасшедшем доме. Старшая медсестра, это ее отец, психиатр, ее мать, кажется, фармацевт. Они тут вроде главные. Вот Рождество, вот чей-то день рождения, а вот... Пришли нацисты за больными, уводят их в кандалах. Видимо, для опытов. На потеху самому черепу. Врач протестует, но в конце концов подписывает. Куда деваться? Я все вижу. Хорошие люди, но они бессильны. Я обязан им жизнью. Я поправлюсь. Поправляюсь. Благодаря ей. Ее зовут Аня. Ухаживает за мной. За всеми ухаживает. На ней все и держится. Должна была выйти замуж, но... Не сложилось. Мы закроем это учреждение. Ваши услуги нам более не требуются. Не надо сентиментальности, доктор. Вы сделали то, что от вас требовалось. Приступайте. Минутку. Ни хера себе. Придется его, наверное, подрезать. Я нож со стола взял, если вы не заметили. О боже мой, он убил. Что здесь происходит? Что происходит? Они напали на офицера при исполнении, но был приказ убивать персонал. Не было. И что с нам теперь делать? Я не знаю, отведи ее к киллеру. Келлеру, пусть сам решает. Папа, папа, нет, на помощь, помогите. Вот урод, сука. Сейчас я тебя уделаю. Фашисты. Я уже, видимо, выздоравливаю, на самом деле. Нихера себе, он здоровый какой. Аня, куда тебя увели? Увидели, убили просто всех, кто здесь был. Больные люди, ноги подгибаются. Пальцы немеют. Башка раскалывается. Так, нужно сейчас осмотреться аккуратно. Новое оружие, пистолет 1960 года. Кстати, оружие прикольное. Так, это уже глава 2, лечебница. Внутреннее помещение лечебницы. Заклад психиатричный Маловесь. Польская психиатрическая клиника, учрежденная доктором Францишеком Оливой. Оливой в 1824 году. Члены семейства Олива управляли ей на протяжении 3 поколений. В конце Второй мировой клиника перешла под контроль нацистов. Теперешнему суперинтенданту доктору Кшиштофу Оливе остается лишь беспомощно наблюдать за тем, как пациентов одного за другим уводят солдаты по приказу ужасного генерала Черепа, которому нужен новый материал для экспериментов. Так, видите, я был прав. А здесь, гляньте, можно улучшение здоровья сделать. Так, здесь мало, смотрите, секретов всяких. А, так, кстати, оружие не глянул. Вот, пистолет. Улучшенная версия пистолета образца 1946 года со сниженной отдачей, способная стрелять очередями в основном режиме. Оружие эффективно для ведения боя со слабозащищенными противниками на близкой дистанции. Для выстрела нажмите РТ, прицель, ну понятно, как обычно. Так, давайте осмотримся. Никто не заслуживает такой смерти. Найти Аню. Нацисты убивают всех в лечебнице. Они забрали Аню, я должен найти ее и вытащить из этого места. Ну, это справедливо, так как она меня подняла на ноги. Ляньте, они людей убивали, больных. Просто ложили подушку, клали на лицо и убивали. Так только твари могут делать, нацистские твари. Карты здесь, все дела. Обидно очень, конечно, за этих людей. Так, здесь ничего взять нельзя. Это что, радио? Да нажал же убийство тихое сделать, твари. Был же X нажать. Так, высылаем к вам подкрепление. Офицеры вызвали подкрепление. Блять, вот и подкрепление. Тут автомат дрянной получился. Очень долго надо всаживать много свинца. Что-то мне совсем плохо, мне кажется. Я не особо даже вижу. Блять, где кто? Все же. Давайте оружие. А вот два офицера, да? Вс,
всего офицер 1960 года. Бойцовскими качествами нацисты и офицеры не блещут, но они незаменимое звено в тактической цепочке. Они всегда готовы вызвать по рации подкрепление и не замолкнут, пока не погибнут. Гвардия из черепа. Гвардия черепа – элитное подразделение нацистской армии. Это умелые бойцы, известные своей жестокостью и безжалостностью. Гвардейцев обучают в самых суровых условиях, в сибирских лагерях, по условию, приближенным к страшному ГУЛАГу. Это да, я заметил. Что твари еще те. И теперь осталось только этих. Блять, меня вырубили. Нет, два ствола, вы знаете, это вообще не для меня. Мне не нравятся. Они какие-то бесполезные получаются. Хотя вроде должны быть эффективные. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Давай, грузись быстрее. Блин, с самого начала. Может, получится тихо убрать. Иди сюда, тварь. Я нож взял. Почему мне так плохо стало? Вопрос. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тихонечко. Где вообще кто? Может, получится по-тихому все это уладить. А можно глушитель одеть, может, нет? Не, глушитель нельзя. Так, тут вроде никого нет, или? Может, получится по-тихому зарубить кого-то еще раз. Тихо. Два ножа. Тихо, тихонечко. Ну все, тихо. На этом тихонечко закончилось. Так, еще один генерал остался. А вон и генерал, собственно. А не генерал, а офицер. Лучше так, ладно. Полиция. Или что он там только что кричал? Тварь. Открыть огонь по беспомощным людям. Одно слово, нацисты. Кстати, это да, ребята. План здания, это отлично. План эвакуации. Я его вовремя приметил, мне кажется. О, вот здесь, конечно, круто, что все, вся карта подсвечена. Давайте теперь походим. Постепенно, может, чего-то найдем. Бедные люди. Как можно было убить больных людей, беспомощных, которые не могут себя защитить? Это надо быть последней тварью просто, абсолютно. Два пистолета. Глушитель нельзя. Мне, кстати, больше пистолет понравился. Глушитель пока нельзя, по крайней мере, на него одеть. Так, давайте поищем все. Потому как не всегда отображается на карте знаки вопроса, поэтому... Почему он перезаряжает? Я не... Гляньте, двери закрыты, чтобы никто не вышел. Уроды проклятые. Может, здесь какие-то... картинки здесь. Пистолет. Так. Ну здесь вроде все, да, пообыскивал. Твари. Просто твари. По-другому их не назовешь. Такая музыка страшная. Давайте, кстати, может, сделаем погромче звук, общая громкость. Так, это мы зашли в первую комнату. Здесь все нашли. Вроде бы никаких записок, листовок, ничего такого нет, да? Здесь что-то лежит. Нож. А, я теперь могу ножом кидаться, правильно? Или нет? Подожди, давайте перки посмотрим.
Нет, ножом я еще не могу кидаться. Еще надо бесшумное убийство одно совершить. Подождите, а что там последние перки? Ассасин делает быстрый бег более тихим, увеличивает скорость передвижения. Ох, ничего себе. Это надо бесшумно всех поубивать. Уничтожить атаки с двух оружий. Блин, ну такое, конечно. Так, ладно, давайте, пошлите, будем в каждую из комнат заходить по очереди. Здесь мы были в первой. Здесь ничего нет такого. Здесь комната недоступна, судя по всему. Хотя, может, из другой комнаты можно зайти. Гляньте, что они просто поделали, уроды проклятые. Они убили больных людей, беззащитных. Да, это, конечно, отражает всю их сущность на самом деле. Поэтому удивляться нечему. Знакомое место. Ну да, видимо, здесь меня мыли, подмывали. Нужно спасти медсестру по-любому, потому что она... Ай! Да, видите. Это, конечно, ужас. Это не кодовый замок, нет? Мне нужно другое крыло. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. А, вот видите, здесь переход. Другое крыло, видимо. Ку-ку. Это уже нам вниз спускаться, видимо, да, вниз. Давайте патрона возьмем. Гляньте, убили. Это что, дробовик? Новое оружие, двухствольный дробовик. Двухствольный дробовик 12 калибра с горизонтальным расположением стволов перезаряжается складыванием. Очень эффективным для уничтожения врагов на близкой дистанции. Нихера себе. Вот это, конечно, оружие. Так оружие. Так, а что там вверху, ничего нет? Давайте, ну, тут завалено, конечно. Тут документы зато есть. Фрагмент кода. Вот как раз код один. Отлично. Видите, у нас на карте не отображается нихера, зато фрагмент кода нашли. Это хорошо. Ай, блин, ладно, пойдемте вниз по-тихому. Кто там, что там? Был бы глушитель, а так без глушителя, конечно. Так вон стоит тварь какая-то, я уже вижу в окне. Две твари. Меня увидели, что ли, уже? Да ладно, они не могли увидеть. Не, ну теоретически могли, но я вроде как скрывался. Сейчас придется... А могу я этого убить через стекло? Видимо, не могу, потому что красным не горит. Что за звуки? Ну, там дверь не открыл хоть? Метание ножей открылось. Так, давайте по бесшумочке пойдем. Так, готово, патроны. Какая-то записка висит. Ку-ку, ребята. Так, готов пациент. Пусть обход делает. Я пока этого прибью. Блин, я не знал, что там еще один. Вроде все. Правильно. Блин, почти всех получилось убрать бесшумно. Ну, всех, да не всех. А вот и выход, электрический замок. Как его открыть? Открыть парадный вход. Значит, найду, как его открыть. Так, ну ладно. Подождите, давайте теперь полазим хорошенько. Блин, так обидно, действительно, хотел по-тихому их убрать. Я не видел, что там один скрывался просто. Тварюка. Я так красиво их обошел. Всех до единого, уродов. Надо найти выход. И Аню. Я понял, родной. Сейчас все будет, но погоди. Надо
обыскать все на предмет секретов. Там какая-то записочка мигала, я помню, вот она. Загадочный человек спасен рыбаками. Варшава, 27 августа 1946 года. Сегодня рыбацкая шхуна подобрала в Балтийском море человека, дрейфовавшего на обломке доски. Потерпевшего доставили в больницу в городе Маловесь и оказали первую помощь. Врачи сообщают, что больной перенес обширную травму головы и не реагирует на внешние раздражители. Неопознанный пациент будет переведен в психиатрическую лечебницу города Маловесь под наблюдением врачей. То есть это обо мне, естественно. Меня спасли рыбаки. Это, конечно, все ужасно. Дорогие друзья. Так, нам нужно, видимо, наверх идти. Но пока я тут все не обыскал, я не уйду никуда. Нож. Что здесь? Ох ты, парадный вход открыл. Какие-то твари, что ли? Нихера себе, слышу, двухслойка в натуре решает. Только надо убрать. А что, у меня нет автомата? Автомат есть, почему нет? Главное, чтобы они сюда гранату не кинули сейчас. Потому что это будет для меня смертельно. Они меня не хотят выпускать в больнице, я все-таки один больной чувак. Зачем надо прям так стараться меня уничтожить? Я не пойму. Там кто-то еще есть? Да, есть. Умирай. Так, у меня больше жизни, что-то как-то я прям жизни потерял много. Так, тут ничего нет, там все, выход, да? Это что? Есть, открыл. Сейф. Статуя, а улучшение здоровья, вот оно. Улучшение здоровья увеличивает максимальный уровень здоровья на 10 единиц. Улучшение носит постоянный характер и не сбрасывается в перерыве между главами. Это хорошо. Смотрите, как я много уже нашел без карты. Ну, я бы не хотел чего-то упустить, конечно. Я вам уже об этом говорил, поэтому надо хорошенько порыскать. Там еще второй этаж есть. Может, сейчас туда и подымемся. Так, я надеюсь, я всех убил. Давайте поднимемся на второй этаж. А, второй этаж нет. Недоступен. Недоступен. Подождите, я здесь не был случайно? А, на второй этаж. Это ж, черт, я ж сюда, отсюда и спустился. Все, я понял. Я туплю просто. Как могу. Ай, ладно. Ну что, тогда получается только туда выход один. Правильно, вот сюда. Что здесь происходит? Это не план, нет никакой. Давайте открываем тогда двери. Уроды. Сейчас я вас найти. Аню, Аню мы нашли, видимо. Ну, где еще уроды живые есть? Суки. Бля, даже гранаты нету. Выходите оттуда. Ой-ой-ой-ой, это что приехало такое? Я на это не подписывался. Ёб твою мать, что это за дрон какой-то? Беспилотник. Вот и третий герой нашей главы. Беспилотник WESPE. На немецком ОСА. Это беспилотный боевой летательный аппарат, управляемый искусственным интеллектом, разработан в конце 40-х годов доктором Людвигом Вальдом, одним из крупнейших инженеров и радиотехников Германии, для эффективного наблюдения над подконтрольными нацистами городами с воздуха. С тех пор неоднократно дорабатывался, в частности, был оснащен лазерными пушками и прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Нихера себе! Как против этих можно было воевать? Не, не умер. Ёб твою мать.
и долго мне их уничтожать. Они сейчас же будут бесконечно выстреливать. Вы же понимаете? Тихо. А ну залети сюда, сука, сейчас тебя уничтожу. Все. Добраться до... Новое оружие электрограната. Откуда по мне, сука, стреляют? Аня. А, покинуть уровень, видишь? Видите, надо... Сейчас мы разберемся чуть. Уровень там покинем, только нужно пособирать. Мы не нашли, получается. Что мы нашли? Мы не нашли... Там мы до херачи нашли чего. Чашу не нашли и письмо. Так что надо сейчас все обыскать здесь. Конкретно, ребята. Я бы не хотел с пустыми руками уйти. Надо найти Аню. Ну, Аню мы нашли. Ты успокаивайся, давай. Так, пойдемте письмо искать. Блин, ну где же это письмо? Так, здесь какие-то ништяки валяются. Броня в основном, патроны. Насобирали патронов много, здесь ничего нет. Черт, давайте здесь заберем тоже что-нибудь. Сколько мы этих дронов растащили. Так, золотое украшение на капот. Вот, да. Золотое украшение на капот, вот. Отлично, теперь надо письмо найти. Может, оно все-таки в здании, а может и здесь. На лавке. Мне кажется, что оно должно лежать на лавке. Хотя это не факт. Это мои догадки всего лишь. Ну блин. Без письма не хочу уходить. Может, на этом тракторе лежит фашистском. Черт побери, ну где же ты, письмецо? Сюда залезть никак нельзя. Может, здесь в этом... Да нет, здесь не будет точно. Ну где письмо, блин? Я не хочу без письма уходить. Тем более письма такие, получается, содержательные, интересные. Здесь нет, точно. Не взорвется, не? Пуля непробиваемая, походу. Ребят, ну где письмо лежит? Видимо, оно в здании все-таки. Раз такие пошли качели. В машине, может. Покинуть уровень, вынести ее. А, где-то я упустил письмо. Ладно, давайте. Получится, все, кроме письма, нашел. Да. Вы солдат? Вы можете сражаться? Кто вы? Я Уильям Джей Бласковиц.
Рейнджер армии США. Я плохо говорю по-польски. Машину вести сможете? Куда? Куда угодно. Это, видимо, ее родители. Ну, кто-то в багажнике, что ли? Надо Фомочку взять, подожди. Опа, одноглазый Джо. Найн! Кто это такой, блин? Они оплакивают мертвых. Какое огромное горе. А я не могу. Мое горе глубже океана. Я в нем утону, если выпущу. Сейчас 1960 год. 60-й? Да. Ты с нами 14 лет. Сейчас 60-й год. Надо связаться с американским командованием. Я найду свой полк, сообщу, что жив и готов продолжать службу. Война кончилась. Все кончилось, нет больше никаких полков. Нет, война не кончилась. Вон сколько нацистов вокруг ходит. Они победили. Все кончено. Нацисты правят миром. Они повсюду. Повсюду? А как же США? США, они... Как это сказать по-ихнему? Подок. Сдались. Сдались? После бум... Атомная бомба. Они сдались 12 лет назад. Нацисты сбросили на них атомную бомбу. Тогда найду силы сопротивления. Найду и буду драться. Нет, нет, нет сопротивления. Всех переловили. Если они живы, значит в плену. Кто знает, где их держат? М? Жесть, конечно. Представьте, каково чувство.